Всем привет, дамы и господа. Нас уже практически 40 тысяч, и я очень вам благодарен. В честь этого я подготовил для вас мощнейший ролик длиной практически в 40 минут. История, которая не оставит вас равнодушными к нажатию лайка. Наберем 5к лукасов, выйдет новый ролик. Дерзайте. А перед началом ролика небольшая рекламка. Играешь в Rust, у тебя все еще нет крутых скинов? Тогда твоя удача и сайт Rust Chance тебе поможет. Здесь вы можете сыграть в джекпот и коинфлип. Тут есть комнаты для низких ставок и высоких на джекпот. Друг, который зайдет по вашей реферальной ссылке, даст вам халявные 20 центов, которые вы сможете обменять на какую-нибудь интересную шмоточку с магазина. Тут самая низкая комиссия в интернете. Ссылка на этот сайт в описании под роликом. Приятного просмотра. Да уж, меня зарейдили, снова зарейдили. Минус мой домик, но... Как бы они не догадываются, то, что я все перенес в кибиточку перед сном. Окей. Домик. Ну, хоть домик никто не зарейдил. Здесь-то у меня еще очень много всего. Практически третий верстак, мне там немного осталось. Ну ничего, пойду пофармлю немного. Основу бахнули, а кибитку нет, поэтому... Ну как основу? Я оттуда все перенес, потому что я знал, что меня зарейдят. Как бы Димас-то не глупый. Тут как раз будет ящиков на сотку скрапа. В любом случае, вот. Двадцатка. Еще, ну, в общем-то, все. В принципе, третий верстак готов. Теперь бы пружинку еще одну найти на калашик и на болтовку. Дроп как раз на мою хату падает. А, нет, моя... Да. Моя хата как раз вот здесь. И дроп падает примерно туда. Сейчас быстро заскакиваю, скидываю лут. И лечу за дропом. Они приземлились, что ли? Или улетели? Нет. Приземлились. Два паренька за дропом пришли. Держи. Твой друг, по-моему, откис, да, братик? Держи. У меня есть водичка. У него была сишка. Это было так близко, господи. Ну, что-то мне подсказывает, что они в пещере живут. Не знаю почему. И не знаю, что мне подсказывает. Если вертолетик не угоняет, значит он где-то тут. Опа. Не, ну взлетели это, скорее всего, они, потому что, блин, кто еще тут мог? А полетели они? Полетели они куда-то туда. Они разбились. Эти лохи разбились. Мне бы огонь или что-то типа того хотя бы. Чтоб я понимал, где это. Вон он. Бегает один. Он умер. Дайте мне тут заспавниться, пожалуйста, в этом порту. Порт. Только как он услышал меня, не пойму. Я надеюсь, его тиммейт разбился и не успел сюда добежать. Он не успел.
Вон он, его дружок, походу. Thank you again. Ух ты. Ух ты. Красавчики. Просто молодчаги. Мне как раз не хватало дерева. Уф. О! Яйки. Как вовремя. Оп-оп-оп-оп-оп. Я должен теперь первым успеть. Хоть когда-то. Не, ну это Unreal будет занять первое место, потому что пацан просто обгоняет очень люто меня. Хотя фиг его знает, как это можно делать. О, мне серебряное яйцо дали. Я на втором месте был. Фух, класс. О, fucking idiot, suck my dick. Ух ты, ух ты. Класс, просто класс. Вот так вот мой второй домик зарейдили. Так, вот толпой пришли зергом и зарейдили. Класс, вот это они умеют играть. Ясно, понятно. Ну ничего, ничего страшного. Отлично, шмотки есть, все есть. Теперь мне нужно отправляться в дальнее-дальнее путешествие, искать, где зарейженные дома есть. С третьим, там, вторым верстаком. Но второй мне желательно не нужен, а вот третий верстак, вот самое оно. Чтобы я больше не фармил, ничего такого не делал. Ну как бы не важно, я все равно хотел уезжать отсюда, поэтому... Правда, теперь уеду голым. Третий верстак я нашел. А шкафа тут нет? Тут нет шкафа! Шарите, в чем прикол? Да... Я дождусь, когда тут все сгниет. Так, ладно, пока я сюда бахну. И посмотрю, что у них тут вообще есть. И где. Третий верстак у меня есть, отлично. Так, ну что, идем сюда. Там посмотрим, что у них есть. 9 хп. Очень грустно, что у них прям... Тут есть шкаф. То, что надо. О, так тут еще и дерево есть. What the fuck? Я, конечно, ни на что не намекаю, но тут как бы ящик дерева. Небольшой. Такой маленький ящичек. Деревце, я бы сказал. Капелюшка. Это далеко не все сгнило. Что я мог бы забрать у них. Пока здесь поживу. Почему нет? Да-да-да, свиньи, волки. Два коптера возле моей хаты, ух ты. Ой, сейчас переработаю, сразу бур куплю. Бур это топ.
Так, мы делаем так. Я иду покупать бур. Hello, boy. Дмитрий, здорово. Как дела? Кстати, у меня уже второй раз, блядь, америкосы рейдят, ёпта, я в ахуе. Оу, братишка, ты наткнулся на того, кого зарейдили второй раз. Америкосы. Ну, вот меня тоже два раза америкосы рейдят. Ну, а ты где жил? А вот хата. О, наверное. Ух ты. А, я понял, огромную железную базу забрал. Там, наверное, видел? Она недалеко отсюда, вот смотри, наверное, видно. Её, подожди. А, ну я понял, вон там прямо, всё, вон она. Да, вон там она. Ну, если хочешь, давай в пати добавим. Друг друга, чтоб не трогать, хотя бы. Будем такими соседями русскими. Брат за брата, да? Я бы на самом деле рядом лучше домик отстроил, потому что, блин. Кто его знает, когда этот дом сгниет? Да, ну как бы зарейжены, но не сломлены. Ни капли не сломлены. Однозначно мне пора идти фармить милитари. Прям очень хочется глянуть, что там есть. Давно не лутал. Там очень-очень много должно быть всего. Кстати, тут уже скоро все это догниет. Очень-очень скоро. 200 хп осталось. Неадекватный ботяра. Чего? What the fuck, boys? О, здорово. О, что тут делаешь? Чизи, привет. Привет. Да я так просто рядом пробегал. А-а-а. Я думаю, нифига себе, уже кто-то рейд пришел. Ладно, ну да. Да нет. Блин, прикинь, у меня боты загасили. Удачи. А? Боты загасили, прикинь. Фонарика нет, ужас. Классная база, да? Только сегодня заселился. Да, вообще. Ты тут живешь, да? Ну, я забрал. Там третий верстак был. Если хочешь, можем милитари зачистить. Вдвоем. В принципе. Почему нет? Нифига тут соло игроков разбилось. Я вот вчера сюда зашел. Да, у меня верстака даже нету. Я тебе могу, в принципе, там скраб дать. Мне скраб не нужен. В принципе. Этот конченый бот, он вообще не промахивается. У меня, кстати, патронов нет. О, красава. Купил. Сейчас будем, короче, потихоньку двигаться. На, антирад у меня есть. Тут корпус на калаш можно забрать. Или... О, стой, уходи. Где этот сраный бот? Мне бы фонарик, я ничего не вижу почти. Готов. Ну, фонарика, видимо, не будет. Так, я инвайт тебе в пати дал, подожди, живи. Убил. На, держи, это тебе. У меня просто, блин, правда патронов нет, но ничего страшного. От хил может понадобиться антирап. Они вообще не умирают. О, граната. Она прям возле меня упала. Трэш. Произойдет чудо, если кто-то даст мне фонарик.
Это было бы реально круто. Хоть один бот. У меня его нет. О, братишка, смотри, что я для тебя нашел. Стой, подожди. На, держи. О, классно. Блин, тут их сейчас будет миллион. Ну, хоть кто-то дайте мне, пожалуйста, фонарик. Ну ладно. Есть что покушать, нет? А то я голодный. Блин, покушать? Один гриб есть, на. Ну, гранаты, конечно, это топ. Так, а что, за дробовиком бота не будет? Все уже. Кстати, не вижу. Корпус на калаш. Ракетница. Болтовка. Конечно, интересно, интересно. Это трэш, братишка. Это, наверное, самый топовый, наверное, дроп, который я лутал когда-то вообще в этой игре. В этих ящиках. Давай, отхиляюсь. Тут будет много ботов. Держу в курсе, очень много. Знаешь, как надо сделать? Стой, пока не блочь меня. Я сейчас потихоньку открою. Убью. Слева еще должен быть. Справа топ. Убил. Интересно, а патроны будут сегодня? Фигня. Блин, неужели тут... вот это, конечно, стоило того. Чё-то там. Сопля, болтовка, МВК, дверь. Вот это да. Смотри, еще одна ракетница. Есть куда складывать. Это рофл. А тут еще один вещь. Нифига себе. Смотри, тут много их опять будет. Готов? Тупой бот. Окей. О, ну хоть шприц подогнал. Еще один шприц. О, погнали отсюда, выйдем. Так что, все, выбираемся. Миссия выполнена, в принципе. Ну да, ты всех убил. Мы затащили две ракетницы, это нормально. Вот видишь, не зря со мной сходил. Я бы один все не унес. Там какие-то слишком жесткие вещи выпали. Так, что, тебе калаш скинуть, нет? Не, да изучай зачем. У меня изучен. Окей. Да уж, да, но у меня-то, блин, серы нет и патроны нечем. Нечем крафтить. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, надо новый дом построить, потому что скрапа у меня, в принципе-то, хватает. Вполне даже очень, вполне хватает. Красиво. Так, последняя задача. Пойти все переработать и поставить третий верстак в этом доме. Мне, в принципе, не хватает вообще капельку.
Надо это помещение как-то, наверное, открыть сейчас, чтобы ты мог забегать, крафтить. Наверное, два замка надо поставить кодовых, да? Или хотя я тебе могу отдать просто. А, ты ж не сможешь поставить замки. Дом с видом на дом. Мечтал о таком. Да, разрывной патрон — это топ. Будешь изучать, не? Нет, понял. Ну, он забирает там скраб. После этого мы с Дианкой решили вынести соседский дом, который уже начинал гнить. А почему бы и нет? Я пойду тогда начну выносить эту дверку, которая квадратная, да? Или в треугольнике пойдем? Там просто что так центр, что так центр. Там дверь влево, по-моему, идет, что ли? Да. Ух ты, ё-моё! Ничего себе тут. Уже. 28 хп. Так, ну-ка, стой, подожди. Тут... О, берданка есть, класс. Так, там все ящики. Нифига себе тут. Я думаю, направо рейдить надо. Там шкаф. Пулик. Пулик. У них. А ну-ка, стопэ, а там чё? Тут порох. В шкафу ничего не было, понял. Давай хотя бы обычную дверь поставим пока что. Блин, а у нас больше нечем, да, рейдить? Я уже почти под вертом. Под вертиксом. Надеюсь, его еще не залутали, он еще не потух. По идее, я не так долго сюда бежал. Один готов. Второй готов. Пулик, элка. Еще пулик. Ракеты разрывные, лол. Вот это, конечно, да, классный дом. А я хотел их рейдить. Чизи, я люблю тебя. Да, это жестко. Блин, теперь я даже их рейдить не хочу. Один готов. Прям там стоит и смотрит. Двоих убил.
95 разрывных. И у этого еще тридцатка. Так что они рейдили вначале, надо узнать. Нашел. 4 хп. Так, тут ничего. Наверное, займем ВКшкой все. Гантрап, стой, не надо. Хорошо. Ух ты. У меня места нет. Сейчас я все буду скидывать, ненужное. Класс. У меня еще 900 скрапа есть. И 7 серебряных яиц. И 1000 пороха. Вот это классно. Я прям скоро золотое яичко соберу и открою его, и прям вообще будет топ. Так, припарковал, и пора бежать помогать Дианке, потому что там кто-то что-то рейдит. Одного убил. Еще один. Аккуратно, подожди. Он за стенкой. Убил. Найс. Тип. Убил. Вертолетик я недалеко припарковал, можно будет сесть и улететь. Еще бежит черный. Побежали за вертиком. Тихо-тихо, аккуратно. В кустах. Голову дал. Убил. Слева. Убил. Еще вовремя я подъехал. Подкатил. Он с базукой. Не, ну их нафиг, их много. Тормознем, убьем их? Он с базукой, они чего-то рейдят, походу. Чего-то кого-то. Пойдем прям в наглую к ним, и все. Я нашел их. Тут рейд кибитка. Одного убил. Так, тихо. Тут турель, 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 турель. Одного убил.
Я всех убил. Сейчас мы... Я знаю, кого мы придем рейдить. Рейдить рейдеров. Они перенесли сюда ракеты, поэтому можем бахнуть их. Так, аккуратно. Эту турель выносим и все, и разносим их хату. Окно чека. Вынес турель. На вышку может подняться. Там турель, аккуратно. На вышке. Тут все открыто. Воу! Воу! Чекай двери. Умничка. Он с базукой. По-моему, убили мы его. Теперь мы можем с тобой огромную базу зарейдить. Огроменную базу. Супер-мега-огромную базу. Диана, ты не поверишь, сколько у меня разрывных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять стаков разрывных. Плюс 100 в пулике. Плюс 9 ракет. 2 сишки. Это лол. Я сейчас взорвусь. Боже, как же я его криво посадил, но тут еще один есть. Так, где мы его убили? What the fuck? Тут еще второй должен быть, я второго убивал. What the fuck? Ой, там турель. Ай. Офигеть, тут даже в этих, смотри, и ракетницы, и все уже есть. Там еще сейчас крыши будут у них. Там турель стоит. Класс. Тут еще немного разрывных есть. Чего? 900 МВК? Ну-ка, давай я проверю.
Класс. Чего? Чего? Офигеть, у них оружие было. Офигеть, сколько же тут МВК? Просто я не знаю. Тут около 1000 пружин, наверное. Я не знаю, сколько тут их. Мы все рейдили и рейдили этот дом. И за каждой такой гаражкой было очень-очень много всего. До шкафа мы так и не добрались. Но разве это главное? Мы в свое время не сдались. Примерно дважды. И дошли до самого-самого-самого топа. Спасибо всем, что вы остаетесь со мной и поддерживаете меня, несмотря ни на что. Да. Это не фильм, но я постарался вам передать отличную историю. И получилось ли это у меня, решать только вам. И самое главное, никогда не сдавайтесь. Всем пока.